Модно і благородно. У Дніпропетровську пройшов черговий Дніпр Фешн Вікенд. Захід уже можна назвати традиційним, він не перший, але кожного разу інший. Організатор агенції PS Studio Model Management завжди ставить одразу декілька задач. І одна з них обов'язково благочинна. Що може поєднати дизайнерів, моделей, представників фешн-індустрії та волонтерів, лікарів і хворих дітей? Про це будемо говорити із гостями. Ельміра Поляєва, засновниця Дніпр Фешн Вікенд, та Олена Володіна, волонтер відділення для онкохворих дітей нашої обласної лікарні. Я пропоную переглянути фрагмент репортажу про те, як готували захід і що планували, а потім перейдемо до власне підсумків. Від 15 квітня на модників та модниць Дніпропетровська чекатимуть 3 дні автопаті. Цікавих семінарів із впливовими представниками фешн-індустрії близько 16 показів від вітчизняних та іноземних дизайнерів. І повні неординарних, унікальних і трендових колекцій стіни шоуруму Дніпр Фешн Вікенд. Організатори та учасники заходу можуть не лише популяризувати вітчизняного виробника, а й випробувати новий арт-майданчик. Підготовкою організатори задоволені, і майданчик, і розклад вражають. Таким образом, ми вирішили підтримувати це мероприятие. Следующие 2 сезона, и приятно наблюдать, что с каждым сезоном оно все расширяется, локации меняются, больше интересных инициатив, и то, что здесь еще присутствует и благотворительная цель, похвально. Благодійна складова – допомога онкологічному відділенню обласної дитячої лікарні. Кошти збиратимуть, так би мовити, усім світом по нитці. Лоти на 3 аукціони, які пройдуть у різних барах і ресторанах міста, представили дизайнери та ювелірні партнери заходу. Зголосився допомогти у зборі коштів і музей українського живопису, який надав з десяток своїх картин для продажу. Музей живопису дає свої лоти на розіграші в аукціоні. Це перший лот. Также много лотов от наших партнеров, от дизайнеров. Добрый вечер нашим гостям. Посмотрели только что фрагмент. Все, в общем-то, понятно, интересно. Прошло все удачно, завершилось по вашему впечатлению. Да, конечно, все прошло так, как мы и планировали. В этот раз было более 1500 посетителей площадки Dnieper Fashion Weekend. Около 30 дизайнеров посетило Dnieper Fashion Weekend. Кто участвовал в шоуруме, кто показал коллекцию в показах. Думаю, что задача выполнена. Мы собрали 6 раз больше, чем в прошлом сезоне, во 2-м сезоне Dnieper Fashion Weekend, и я безумно счастлива. Угу. Ну, у нас сейчас есть возможность поговорить немножко подробнее, как возникла идея вот объединить такое мероприятие с благотворительным аспектом. Можно я начну? Да. Ну, во-первых, Эльмира, мы уже давно друг друга знаем, она является нашим постоянным жертвователем и откликается на все наши призывы и просьбы о помощи, и поэтому мы уже очень давно сотрудничаем вместе, и, в принципе, это не впервые, когда мы объединяем наши усилия, и вот года, наверное, 4 назад даже Весоночка была придумана вашим агентством модельным, мы тогда тоже собирали деньги на лекарства нашим детям. После этого Живесоночка еще раз возникла, мы установили скриньки в модных бутиках. Тогда у нас получилось собрать, хоть и небольшую, но все-таки достаточно весомую помощь для нашего отделения. И вот в прошлом году Эльмира мне предложила попробовать объединить усилия вот модного уикенда с благотворительностью. Так что вот в этом году мы уже участвовали, так сказать, уже опытной тропой пошли. Я очень благодарна. Мы собрали в прошлом году 5900, а в этом году 29500. Почти 30 тысяч. Это прекраснейшая сумма, учитывая, что накануне я набралась препаратов в долг, и висел он как дамоклов меч надо мной, то 65 тысяч долга, и почти 30 мы, половину практически мы собрали за эти 3 дня на Dnieper Fashion Weekend, так что я тоже очень довольна. А как происходил сбор денег? Вот как? Нужно было покупать билеты? Во-первых, у нас был благотворительный стол. То есть изначально мы вот с Эльмирой оговаривали, что каждый
каждый дизайнер выделит какой-то платочек. В принципе, это такая деталь, которая в женском гардеробе никогда не бывает лишней. Mm-hmm. Да, и в то же время она достаточно стоит как-то не так дорого, да, как все остальные какие-то вещи из коллекции. И была бы возможность ее продать. Но в результате у нас на нашем столе было всего лишь 3 платочка. Остальные дизайнеры щедро нам давали костюмы, сарафаны, куклы. Ну, то есть стол у нас Таня был... Щурова, да, да. Ой, вообще прекрасный. Красивые, ручная работа, вышивка, очень красивая. Вот, так что мы вот на столе почти 5000 у нас получилось. Это вот именно продажи, именно да? Именно продажи, да. Ну, там еще, в конце концов, после того, как я всплакнула на страницах Фейсбука, что на меня никто не обращает внимания, люди стали уже подходить и бросать денежку просто так, ничего не покупая. Вот. Ну и, конечно же, все 3 дня был аукцион. Про аукцион, может быть, Эльмира больше расскажет, потому как я не участвовала в организации, я всего лишь была наблюдателем, таким посаженным генералом. Все 3 дня мы проводили автопати, это после показов, собирали вечером гостей, да, и плюс дизайнеры, и участники непосредственно Днепр Fashion Weekend, и проводили 3 дня, скажем, такие уже вечеринки, да, на которых проходили аукционы. Сбор средств, помощь. Аукционы, что можно на которых можно было приобрести картины. Картины также выставил музей, Украинский музей живописи. А можно было приобрести какую-то вещь от дизайнеров. Можно было приобрести ту же подушку от Щуровой. Вот я специально взяла... Скажем, такие лоты были. Да. Компания Визали, производитель обуви ручной работы, украинский производитель, они предоставили свою пару обуви ручной работы, которая там стоит, я не знаю, там, ну, где-то около там, $200, $250, да, ее можно было купить там за 1000, там, я не знаю, 500 гривен стартовая цена, и за нее действительно там... Была такая. И за сколько купили в результате? За $100. Ну, то есть это еще и выгодное приобретение. Да, конечно, конечно. Не просто, да, там мы призываем заниматься благотворительностью, помогать тем, кто в этом нуждается. Да, действительно, приобрести вещи от дизайнеров, которые многие мечтали, и появилась такая возможность. И эти деньги идут в помощь детям. Это действительно приятно, сделать себе в удовольствие какую-то покупку, и этим еще самым ты помогаешь детям выздоравливать. Прекраснейшая идея. Вот смотрите, вы сказали, что значительно большая сумма в этом году получилась, да? А вот как вы думаете, почему люди стали добрее? Сейчас все-таки кризис, да, и материально, в общем-то, нелегко всем. Расстаются с деньгами люди тяжело. Или это популярность этого мероприятия, или вот что, почему? Лечка, почему мы больше? Впервые делали это 3 дня, да, в прошлом году это был всего лишь один день. Два дня Днепр Fashion Weekend и день аукционов. И потом у нас мы впервые придумали вот этот стол благотворительный, когда каждый дизайнер что-то от себя подарил нам, чтобы мы могли продать. То есть, легче завлечь вот такими материальными, да, уже вещами. Вот ко мне люди подходят, я говорю, посмотрите, это стол благотворительный, вы приобретая что-то у нас, делаете благое дело. И уже человек останавливается, думает, ну, хорошо, там, на костюм у меня нету денег, ой, можно я прихваточку, ой, пожалуйста, ну, вот, как-то так. Замечательно. А давайте немножко подробнее, кто, какие дизайнеры были представлены, кто конкретнее. Я видела вот в фрагменте, там была французский дизайнер, да, которая была на французской весне. Может быть, подробнее какие-то имена и кто что представлял? По поводу французского дизайнера, да, конечно, в этот раз мы также пригласили Изабель Тош с ее грандиозной коллекцией из вторсырья, да, ну, одежды из мусора. Да, очень интересная, оригинальная. Это действительно очень оригинально, и если еще учесть, что это несет миссию, да, борьба с экологией, это первый, она главный борец за экологию, и она таким образом хочет передать свое отношение за чистоту, да, чтобы люди точно так же приобщились к чистоте. И каждое платье несет определенный посыл. Вот, например, платье из кукол.
головку к Барби, да. Она говорит этим платьем, что девочки, не будьте куклами, не будьте Барби, будьте самими собой. Это главное, да, что нужно в первую очередь, какой нужно быть женщине. Например, там платье из одноразовых перчаток у нее есть, и это платье было также представлено у нас на Днепр Fashion Weekend. Это платье, посыл чистые отношения, да, она за чистые отношения, за искренние отношения, не через там... Не через перчатки. Да, не через, типа перчатки, совершенно верно. И так каждое платье, там, платье с пистолетами, там, она за мир, да, против войны и так далее. Вот платье, например, красное в мишках, это платье вот недавно одевала там Мишель Обама, насколько я увидела вот все постфактумы, как она про каждое платье мне рассказывала. Это, конечно, это каждое платье – это шедевр по-своему. Конечно, да, там мы не привыкли видеть там шедевры из мусора, но это невероятно. Это действительно было для меня какое-то потрясение. И я, конечно же, не могла не пригласить ее. И в этот раз она нам передала свою коллекцию, мы ее достойно, я считаю, представили на Днепр Fashion Weekend. Что касается других дизайнеров, то нас в этот раз посетила Юлия Айсина, сделала показ новой коллекции на площадке Днепр Fashion Weekend. А Оксана Караванская также сделала показ кутюровской своей коллекции, и это был первый день, она, по сути, открыла Днепр Fashion Weekend. Много было уже в этот раз днепропетровских дизайнеров, таких так, как Анна Муза, таких как Муси by Наташа Музыченко, такие как Миниатюра, дуэт двух девочек, очень потрясающий такой дуэт, очень талантливые дизайнеры. Таня Кравченко, К4 Марк, это тоже Днепропетровск. В этот раз много Днепропетровска. И задача Днепр Fashion Weekend в первую очередь была помочь реализовываться днепропетровскому потенциалу в первую очередь, чтобы мы видели своих днепропетровских дизайнеров, чтобы мы о них говорили, помочь им себя реализовать, грамотно представить их коллекцию. И третий сезон уже, скажем так, показала их, я думаю, очень достойно. В этот раз много киевских дизайнеров. Юлия Айсина, Оксана Караванская показала свою кутюровскую коллекцию. Резидент Люба Макаренко, резидент Днепр Fashion Weekend, в третий раз приехала участвовать в Днепр Fashion Weekend. Елена Годис, дизайнер из Одессы, которую мы все очень полюбили, очень добрый, очень порядочный, и влюбилась в город Днепропетровский, готова оставаться в Днепропетровске. Ей очень все понравилось, ей очень понравилась организация, и, конечно же, мы ее ждем вновь и вновь на следующий Днепр Fashion Weekend обязательно. И что очень радует, много днепропетровских дизайнеров появилось. К4, Таня Кравченко, Анна Муза, Аня Арутюнова, Наташа Музыченко, Марка Муси, Миниатюра. В прошлый раз не было такого количества днепропетровских дизайнеров. В этот раз мы уже увидели их, и они достойно могут представлять Украину на международных конкурсах дизайнеров. И это потрясает. Действительно, очень классные коллекции. Хочется им помогать, хочется им, хочется развивать их, чтобы у них все было хорошо. Вот эта коллекция, которая завершала третий день в украинском стиле. Рута. Ой, как красиво. Украинская. Там каждая модель, которая выходила, хотелось аплодировать. Это так красиво, это так патриотично, это так столько льна, столько вышивки. Вот, очень красиво. Ну, очень здорово. Цель была закончить Украиной. Вот именно день, последний показ, у меня почему-то вот обязательно было в голове закончить именно украинским костюмом. Такой, какой он должен быть. Такой вот красивый, невероятный. Коллекция Рута потрясающая. И они действительно достойно закончили. Не То есть можно покупать эти вещи, конечно, да? Их можно приобретать. Очень многие не знали о том, что они у нас есть, что у нас есть магазин Рута в городе Днепропетровске. Марка-то Западная Украина, и
они не так давно в Днепропетровске, но, в принципе, у них уже достаточно было времени о себе заявить. Вот многие увидели их только на Днепр Фэшн Уикенд. Ну, я не могу не спросить, а что дальше? Поскольку такая дружба уже у вас сложилась, и, наверное, это будет продолжаться, и раз уж мы говорим о том, что каждый раз что-то вы добавляете, каждый раз что-то новое, то, наверное, планируете что-то сделать и дальше. Или нет? Или когда сегодня не... спросила у Эльмиры, там вроде как уже в ноябре планируется, она бедно так вздохнула, говорит, так устала, так тяжело. Вообще это, конечно, огромный, колоссальный труд, подобная организация, и я очень благодарна, что вы беретесь за это, и прекраснейшая команда у Эльмиры, я прям влюбилась в ее девочек, и Влада, и Яна, и Саша, такие вообще девчонки молодцы очень, так спокойно, без истерик, любую проблему, любой вопрос решалось, очень было комфортно с ними вот все три дня сотрудничать. Ну, пока я так понимаю, что на ноябрь, а там уже что придумаем, будем думать, да? Сейчас немножко вздохнем, передохнем, переведем дух и что-то придумаем. Это будет опять благотворительная какая-то цель будет, да? Знаете, это как само собой разумеется. Любое мероприятие в Днепропетровске, я считаю, должно включать в себя одну из целей – благотворительность. Любое. День города, какие-то культурные мероприятия, они должны всегда включать такие цели. Если так будет, то я думаю, что гораздо будет проще. И не нужно будет Лене Володиной направо-налево кричать «Ау, откликнитесь», да, потому что, ну, важно в данном случае, наверное, развивать культуру в городе. И это появится, проявится. Поэтому, конечно же, следующий Днепр Fashion Weekend – это опять мы вовлекаем в сбор средств, как и третий сезон, и четвертый, и пятый, и шестой, и так далее. Ну что, спасибо большое вам за визит. Желаю вам творческих воплощений, желаю вам дальнейшей дружбы. Набирайте силы, копите идеи, пусть все получается. Спасибо вам большое за приглашение. Спасибо за помощь и за поддержку.